Здарова, с вами Табусер, это новая рубрика на моем лайв-канале «Вкусно жрать». В этой рубрике я буду показывать вам, что можно купить из светофора неплохого за свою цену, и чтобы, ну, не помереть. Первый лот. Это изделие хлебобулочное длительного хранения, колечки с солью. Вы охуете от цены, я вам так сразу скажу. 67 рублей за килограмм. Вот эта вся пачка стоит 60 рублей. 67 рублей. Колечки, которые продаются в других розничных магазинах, которые 150 рублей стоят, они, блядь, практически такие, реально, нихуя ничем не отличаются. И вкус охуенный, и соль на них есть, ну реально, типа и солененькие, и пиздаденькие. Я вам могу советовать, реально, когда вот ютубчик смотрю в компе там, я насыпал полную тарелку, их жру, и охуенно. Ну, конечно, водички запасаюсь немного. Просто, реально, топчик за свою цену. 67 рублей за килограмм. Колечек, блядь. Ребят, вкусно жрать номер один. Первое, советую. Если что, это продукт из светофора. Всем пока.